Всем привет! Сегодня я получила свою долгожданную посылочку. В этой посылке у меня находится лимон Майера. Заказала я его через куфор. Очень долго думала, вообще стоит ли заказывать или не стоит. Но мне попалась такой продавец, вернее, такое объявление. Я просмотрела ее все объявление, и мне этот продавец, в принципе, это очень понравился. Я с ним созвонилась. Мы пообщались, это очень приятная женщина, которая занимается разведением цитрусовых, и что-то у нее еще там много чего есть. И у меня даже, если сейчас посылочка будет очень хорошая, то у меня в будущем есть кое-какие виды еще у нее купить кое-что. И хочу сказать, что здесь лимон Майера вышел мне намного дешевле, чем если бы я его заказывала какой-нибудь, ну, например, через каталог. Самый дешевый вариант – это где-то примерно $20. И то это еще неизвестно, какого качества придет материал. Здесь же саженец укорененный, насколько я поняла, примерно, может быть, 2 года. И сейчас давайте распакуем, посмотрим, как он выглядит. Видно, что упакован очень хорошо. Скотчем все проклеено. То есть, с виду посылочка очень даже хорошенькая. Ну, а то, что вот такой вот это, так это не важно. Главное, что дошло все хорошо. У нас морозов не было. Я очень надеюсь, что он там живой и здоровый. Смотрите, как аккуратненько все упаковано. Кстати, это доставка Европочтой. Это, девочки, не реклама, но мне почему-то понравилось. Оказывается, в нашем городе есть отделение Европочты. Получается, что за доставку с меня взяли всего лишь там 1,5, по-моему, рубля. Представляете? Если бы я через государственную почту получала, то такая посылочка вышла бы мне 7 рублей. А так, вот, пожалуйста, можно дозаказать с привозом на дом. Если на дом, то да, там еще нужно заплатить 7 рублей. Если прийти на точку выдачи, то всего лишь 1,5 рубля за доставку. Очень-очень мне понравилось. Ну вот так здесь еще упаковано. Здесь, видите, немножко для объема. Это чтобы, наверное, плотность была. Все хорошо. И вот, ребята, мне даже женщинка положила, как ухаживать за комнатным лимоном. Очень благодарна ей. Спасибо большое. Обязательно сейчас сяду и буду читать. Но пока буду распечатывать дальше. И смотрите, какая красота, красота. Кстати, у нее этот лимончик рос в другом горшочке. Мы договорились, что она его пересадит в такой вот простенький, потому что у нее был там более дорогой, глиняный. И вот так она его упаковала. Пока мне все очень нравится. Прям вот я класс. Так, ну вот почти распаковала. Это скотчем сверху заклеили. Внутри бумажка влажная. Это, наверное, чтобы мало ли что. Сейчас же праздники. Чтобы, наверное, не высохло. Вот, сейчас это все вынимем. И вот так выглядит мой саженец Майера, лимончик Майера. Очень красивенький, очень классненький, ребятки. Мне очень-очень нравится. Это, видите, вот, да, укорененный черенок. Корни собственный, наверное. Если я не ошибаюсь. Но это не привитый, да. По-моему, корни собственные, я уже не помню, но, по-моему, корни собственные. Если был бы привитый, то оно бы было видно. Ой, я очень надеюсь, что он у меня приживется и будет хорошо себя чувствовать. И все здесь будет замечательно. Так что, кому интересно продолжение, подписывайтесь. И я с вами обязательно поделюсь. Кстати, у нее там несколько сортов лимончика. Так как посылочка мне очень понравилась, продавец меня полностью порадовал. Так что я у него еще там еще один сортик лимончика закажу. И у нее еще есть кофе. Я оставила заявочку на кустик кофе арабика. Вот такие вот у меня новости. Вот такой классный лимончик. Ну, пока всем до встречи.